Дорогие друзья, я сегодня в самом центре Москвы, и давайте со мной прогуляемся, посмотрим предпраздничную Москву. Сегодня день солнечный, но ветер. Уже открыты уличные кафешки. Впереди театр. Я иду по Никольской улице. Все переливается на солнышке. А тут что-то перегорожено. Это Никольская церковь. Слева ГУМ. И здесь перекрыто. Выхода на Красную площадь нет. Ну что, попробую пройти через ГУМ. При входе написано, что в ГУМе можно приобрести товары иностранцам и возместить такс-фри. Покупателей тоже совсем немного, рабочий день. Гуляют только безработные, типа меня. Это все Dior.
Все, близко. Так, не удалось купить мороженое, только за наличный расчет. На Красной площади идет подготовка к военному параду. Плюс инаугурация будет на днях. Так что все перекрыто для безопасности. Гастроном номер один. Давайте посмотрим. Сливочная помадка. Куличи, конечно же, охлажденная рыба, сибас, дорадо, форель. Сибас 150 рублей, 100 грамм. Дорадо 140 рублей, 100 грамм. Так, а это мясо краба. Икра лососевая 250 грамм, 2512 горбуша. Икра лососевая зернистая 100 грамм кита 1711 баночка. А 250 грамм 3942. Так, икра лососевая 380 грамм, 4500. Ага, вот здесь как раз такс-фри действует. Так, а это что у нас такое? Оливковое масло 917 рублей. Это все оливковое масло. И это масло оливковое. Две 816, 70 грамм. 1060 бутылочка. Бутылочки 100 миллилитров, 1200, 175 миллилитров. А это крем с оливками, 951 рубль штучка, баночка. Так. Майонез с черным трюфелем, 851 рубль. Баночка 80 грамм. Соус трюфельный 656 рублей, одна баночка. Пожалуйста, покупайте. А вот это бутылочки по 250 грамм. Масло миндальное. Так, масло кедровое, арахисовое, кунжутное. И цены 823, 1617, 2105. Все в таком роде. Масло виноградное из семян льна. 217 рублей из семян льна. Так, а здесь у нас кукуруза молодая в початках. 519 рублей. Помидоры и томаты сушеные 543 рубля. В масле 629 баночка.
705 рублей. Полусушеные томаты в масле 760 рублей 250 грамм. А это каперсы 310 рублей. А это колбасы. Вот, допустим, колбаса «Медведь» с пармезаном 1655 рублей 230 грамм. Колбаса «Салями», колбаса «Марал в огне», колбаса «Куропатка». Колбаса «Лось» с коньяком 1238-200 грамм. Это все колбасы. Пожалуйста, к праздничку 9 мая, Пасха. Нарезка «Медведь» 100 грамм 715 рублей. Так, а здесь вареные колбасы, полукопченые. Колбаса любительская, вареная, 83 рубля 60 копеек за 100 грамм. Куличи. Кулич пасхальный с миндалем, 650 рублей, 570 грамм. Это молочное отдел, масло, русское масло, так, 269 рублей, 175 грамм. Так, молоко в бутылках, 100 лет уже не видела в стеклянных бутылках молока. Так, 0,5, 331 рубль, молоко отборное. Это сыр твердый Салькова, 950 рублей, одна штука, в одной штуке 150 грамм. Сыр, конечно, видно, что очень вкусный. Здесь куличей очень много. Точно так же 650 рублей, кулич пасхальный. Здесь готовые блюда, сырники, салаты. Рулетики из баклажан, 250 рублей за 100 грамм. Сейчас ко мне обратилась девушка, иностранка, скорее всего, китайская, китаянка. Даже объяснились. Я ей объясняла, сколько стоит печенье крекер и какой вес. Как ни странно, я ей смогла объяснить, и она даже поняла. Так, сколько стоит у нас лимоны? Лимоны Турция 100 грамм 40 рублей. Это значит килограмм 400 рублей. Ничего, яблоки такие дорогие. А апельсины крупные 800 рублей килограмм. Ну да, для иностранцев, конечно, цены. Клубника. Посмотрим. Клубника. 100 грамм 110-40, килограмм 1104 рубля. Лимонад, как в детстве. Лимонад «Тархун», «Вишня», «Буратино», «Барбарис», 400 миллилитров, 150 рублей. А вот такие стаканы большие, 400-граммовые. А тут коктейли молочные лежат во льду. Молочный с клубникой. 350 рублей.
за килограмм. Там я в зеркале. Пряники заварные, 536 рублей, 420 грамм, пожалуйста. Пряник 650 грамм, 595 рублей. А это грибы. Маслята. 912 рублей баночка, 535 грамм. А это грузди черные, тоже баночка 535 грамм, 830 рублей. Это маслята. А здесь у нас тоже грузди белые. Подосиновики, ну где-то все 680-700 рублей. Вот такой магазин «Гастроном номер один». А здесь анчоусы, обжаренные в масле, 120 рублей. Даже как-то не верится. Килька 132 рубля. Шпроты 178. Чавыча. Осетр. Тушка. Белуга. Это все копченое. Юкала, сима филе, форель 784 рубля, не знаю, наверное, штучка одна. Вино игристое, балаклава. 925 рублей. Брют. Здесь 1038. Шоколад «Гастроном номер один». Молочный, горький. 360 рублей. 200 грамм. Кстати, на подарочек, да, неплохо. Так, а это, похоже, водка. Так, водка «Кремлин» 1598. 0,5 литра. Водка «Белуга» 1459,05. Водка «Националь» 576 рублей. Водка «Байкал» 734 рубля 0,7. А 0,5 – 506 рублей. Тоже «Байкал». 1021 литр. Маленькие кулички, 100 грамм, 290 рублей. Водки хоть за 50. Ну, помимо водки, очень много шампанского. Вот, допустим, вино игристое просека 4200.
Вино игристое «Медуза» 1400. Пей не хочу. Да, здесь целый длинный отдел и все алкоголя. И это все гастроном номер один. Это вина. Это чай сувенирный, 1130 в виде балалайки, 50 грамм там чая. А это чай музыкальный колокольчик, 50 грамм, 1307. Это все чайный отдел. И, конечно же, к чаю мед, варенье. Торты. Пирожное, песочная полоска, бисквитно-кремовая, по 180 и 190 рублей 100 грамм. Чизкейк, тирамису, экзотика. Эстерхази, 390 стоит. Тирамису, кстати, тоже стоит 3000. Шоколад. Счастье. I miss you. Я скучаю по тебе. Вкусняшки. Конфетки. Тоже счастье, кстати. И это тоже счастье. Вот такую экскурсию я вам провела в гастрономии номер один.
Добро пожаловать. Вот только так можно посмотреть на Красную площадь. Все подготовлено уже к параду.